16 ноября Украина отмечает праздник – День телевидения, радио и связи. Хочу поздравить своих коллег и партнеров в лице съемочной бригады средства массовой информации, пожелать им объективно оценивать и выносить информацию. Хочу поздравить наших партнеров, друзей Укртелекома, которые всегда были с нами единым целым. Мы на сегодняшний день очень плотно и тесно сотрудничаем. Также хочу поздравить наших сотрудников и коллег своих, пожелать здоровья, удачи, быть успешными, ну и как следствие востребованными.